И вот я еще что заметил, как правило, люди сексуально невоздержанные, они, как правило, вы даже не... Вот потом проследите просто, на досуге. Вы увидите, они, как правило, очень глупые и не сдержанные. Очень глупые и не сдержанные в своем темпераменте. Почему? Потому что очень сильная гуна страсти. И они, как правило, все очень гневливые. Почему? Потому что когда вожделение удовлетворено, возникает что? Гнев. Гнев отключает память. Человек забывает, где и как должен себя вести. Когда память отключена, отключается разум. То есть дискриминация, что хорошо, что плохо. Поэтому говорите, все, что говорит такой человек, бред, все, что он делает, безумие, и все, к чему это приведет, лишь смерть. Кто хочет с таким общаться? Таковы положения вот этого вожделения, когда людьми обуревают вожделение. Они самые ненадежные люди, потому что они невоздержанные.